Отдел уголовного розыска Ноябрьска разыскивает 15-летнюю Диану Давлетшину. 3 апреля девушка ушла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза зеленые, волосы темно-русые. Была одета в пуховик синего цвета, темные джинсы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба обращаться по телефонам дежурной части ОВД 02 или 31 80 10.